Валерий Хижняк занял первое место в конкурсе «Хула-хуп». Переехал с родителями в Анапу из Надыма 12 лет назад. И все это время каждый год он постоянный участник площадки «Нон-стоп». Юный спортсмен придерживается активного образа жизни. Занимается лыжами и обожает атмосферу соревновательного духа. Перед стартом и финишем особое ощущение нравится. Когда прям почти, но... цель впереди. Но здесь всегда очень много детей. Одна из тех площадок, которые всегда нас очень активно принимают. Здесь много ребят, которые занимаются спортом. Они всегда ждут здесь какие-то спортивные состязания, мероприятия. Вот. Очень любят играть в интеллектуальные игры. Каждый вечер у них с вожатыми здесь такие занятия проходят. Ну, рисовать любят. Поэтому здесь такая активная довольно-таки площадка. Вот именно с детьми мы работаем здесь всегда очень активно. Игры рассчитаны на работу в команде. Головоломки, спортивные эстафеты. Десятки ребят собрались на площадке, чтобы провести свой вечер в компании друзей. Проявить себя смогли и юные художники. Цветными мелками дети изобразили свои самые любимые сюжеты и воспоминания о лете. Это космонавт. Он летит на Луну. Потому что я очень люблю планеты. В этом году в Анапе в сельских округах действует программа постоянных летних площадок. Для 51 двора были выбраны опытные вожатые, которые ежедневно работают с детьми. Это уже 8-й нон-стоп. Следующий пройдет в одном из дворов, улица Крылова. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.